В Испании как можно скорее вводят безусловный базовый доход. В рамках мер по сглаживанию социально-экономических последствий пандемии коронавируса правительство Испании собирается в ближайшее время ввести безусловный базовый доход. Об этом объявила министр экономики Надия Кальвина. Как передает агентство Bloomberg, проект координирует министр социального обеспечения Хосе Луис Эскрива. Он рассчитывает на введение безусловного базового дохода как можно скорее. Основной упор планируется сделать на поддержку семей. Правительство Испании желает сохранить безусловный базовый доход и после эпидемии. Министр экономики выразила надежду, что универсальный базовый доход останется постоянным структурным инструментом. В связи с последними событиями экономические показатели в Испании, как и во многих других странах, упали. Правительство объявило о помощи самозанятым, а также малому и среднему бизнесу, но считает, что этого недостаточно. Напомним, что базовый доход – это некая сумма, гарантирующая удовлетворение базовых потребностей, которая выплачивается без всяких дополнительных условий и обязательств. Среди его сторонников, например, Марк Цукерберг и Илон Маск, едва ли не самые известные предприниматели, создающие реалии нашего ближайшего будущего. И практически в каждой европейской стране, от Норвегии на севере до Греции на юге, есть проекты по введению безусловного базового дохода и политические силы, их поддерживающие, причем не словом, а делом, как, например, в Нидерландах, на Аляске. Деньги дают жителям канадских провинций Онтарио и Манитобы, Кении и Италии, Финляндии и так далее. Однако не все страны согласились помогать своим гражданам. Как вы думаете, какие и по каким причинам? Напишите об этом в комментариях.